Всем привет, дорогие друзья! Настало лето, сезон шашлыков. Сейчас расскажу, как сделать самый простой вкусный соус к мясу. Берем лук, укроп, чеснок и чуть-чуть майонеза, такую маленькую самую пачку. Лук я уже покрошил, к сожалению. Мелко-мелко его нарубаем, чтобы он был как можно мельче. И высыпаем наше блюдце, в котором мы будем готовить этот соус. Далее мы берем укроп. Такие стволы нам не нужны. Мы его сейчас общипаем. Это нафиг. До такого состояния общипаем. Можно добавить еще петрушки по вкусу. Кому как. Я люблю делать с укропом, с лучком. Можно, кстати, этот соус не только к мясу использовать, но и к гренкам под пиво. Очень, кстати, хорошо идет. Его макаешь и в самый раз. Вот, так как у нас сегодня шашлыки, будем готовить к шашлыкам этот соус. Укроп тоже мелко нарубаем. Можно на блендере, я предпочитаю вручную использовать. Мне так больше нравится. Все, укроп тоже заправляем в нашу мисочку. Далее берем вот такой прибор, терку. Я на терке. Натираем чеснок. Можно на чеснокодавке, кому как удобнее. Мне удобнее так. Чеснокодавку мыть потом долго, выковыривать из нее. Да, мама? А? Это не надо мыть. Надо, почему не надо? Но ее проще. Дырки больше. Все, чесночок у нас чуть-чуть осталось. По пропорциям это надо смотреть по вкусу, кому как нравится. Я, допустим, люблю острее, чтобы было попикантнее. Нормально, вкусно. Получается у нас вот такая вот каша, масса. Далее. Я даже не останавливаюсь. Берем майонез. Майонез покажи. Рекламу, да, сделали, типа, провансали. Мама, ты что делаешь, а? Это так немножечко? Да, совсем чуть-чуть. Так много же здесь этого зелени, чеснока же много. Поэтому надо побольше. Все. Перемешиваем. А соленый огурец? Мы же как-то делали еще соленый огурец. Перемешиваем. Ну и все. А потом жарим вот это и добавляем вот это. Приятного аппетита!